Сегодня мы коснемся такой интересной темы, которую многие из вас наблюдали в Ватикане, ну, естественно, через центральное телевидение. И до сих пор никто не может сам себе дать ответ, что такое он увидел, к чему бы все это. Я говорю о том, как Папа Римский в свое время вымыл ноги, омыл ноги какому-то негру, и это было с его точки зрения, с точки зрения религии и веры, самым серьезным, самым благочестивым поступком с точки зрения религиозного человека. То есть получается так, как нам объясняли те, кто вел это действие, сопровождал это действие, получается так, что Папа Римский, он настолько велик и настолько приверженец Богу своему, он почти Бог, что он опускается так же, как Бог, и доходит до каждого своего подданного, даже до самого. И вот здесь мы вспоминаем такую пословицу. Я уверен, что знают ее все, и я прошу прощения у татар, потому что не я ее придумал, и я ее сейчас произнесу не с точки зрения какого-то враждебного инструмента, напротив. Пословица такая: «Незваный гость хуже татарина». И по этой пословице были даже судебные разбирательства, потому что если поменять слово «хуже» на слово «лучше», пословица становится еще агрессивнее. Незваный гость лучше татарина. Еще неизвестно, какая игра слов, первая или вторая, обладает большей агрессивностью по отношению к татарам. Но я привел вам эту пословицу не из-за ненависти к татарам. Я еще раз скажу, что мне нравится этот народ. Я как раз привел из-за игры вот этого измененного слова. Лучше, хуже, а ситуация всей сказанной фразы, она меняется только в одном негативном направлении. И вот здесь, когда мы видели, как Папа Римский омывает ноги какому-то человеку, не обязательно это был бы негр, не обязательно это был бы белый, желтый, красный, неважно какой. Сам факт того, что в этом действии религии предписывает сделать так. Найти, первое, найти самого плохого, самого низкого, самого обездоленного, самого убитого нравственностью, самого негативного человека, и ему вымыть ноги, на этой волне отделиться от него и приблизиться еще раз к Богу. То есть получается так, что этим актом Папа Римский говорит буквально: «Посмотрите, я вот этому козлу мою ноги, значит, меня вот тот осел должен ближе к себе прижать, обнять изо всех сил и поцеловать. И чем козлее будет козел, тем ослее будет осел. Если же сделать по-другому, если же как-то по-иному посмотреть на эту ситуацию, то мы придем к ситуации с пословицей про татар. Если мы скажем, что мы выбираем худшего, да, худшего, но пусть мы его назовем лучшим, мы его назовем лучшим и скажем: да, выбрали в этот раз, не смотрите на то, что он там какой-то, выбрали в этот раз лучшего, и из-за того, что мы лучшему помыли ноги, то вот тот сверху должен опять обнять Папу Римского и сказать: вот ты мой недостаточно лучший, а все-таки ты мой, вот я тебя единственного к себе прижал. И тогда начинается противоречие. А что же ты, Боженька, прижал к себе Папу Римского, который не лучше того, кому он мыл ноги? Надо было прижать-то вот того праведника, которому он мыл ноги. Ведь даже Папа Римский сам показал, что по сравнению с ним тот праведник и замечательный человек, которому Папа Римский вымыл ноги, он заслуживает большей похвалы. Раз уж папа сам ему вымыл ноги, он заслуживает большей похвалы и большего внимания Божия, чем тот самый Папа Римский. И получается так, что в итоге, и в правильном бы итоге, нужно было бы церкви искать такого человека, который представлял бы из себя святость, ходящую по нашей земле.
И вот этого святого, кем бы он ни был, допустим, Грета Тунберг, самое главное, чтобы она вот не прекращала танцевать, как она танцевала тут недавно. Вот ни в попад, ни в лад, ни в музыку, но зато отважно. И вот когда такую танцующую Грету поставили в тазик с водой и танцующие ее ножки прям тут же обмыли бы, вот тогда Бог бы должен был сказать: папа, ну ты поймал хорошую святую девочку Грету, давай мне ее сюда наверх, я ее прижму к себе, она будет моей самой-самой, а ты уж, извини, с места слетаешь. Я думаю, что все вы догадались, папе Римскому и всей церкви невыгодно, чтобы он обмывал ноги Грете Тунберг, потому что тогда она его снесет с его поста и станет первой после Бога здесь у нас на земле. Поэтому всех лучших, чем он, чем папа, всех канонизировали в облике святых, в статусе святых. И всех канонизировали, естественно, посмертно. Да, безусловно, все эти святые, они, безусловно, лучшие. Но, извините, они по независящим от нас причинам умерли. Поэтому папа остается на своем месте, а святые остаются там где-то в районе Бога. И второе, чтобы все-таки омывание и омовение продолжить, и чтобы все-таки все остальные стояли в очередь за парильщиком по имени Папа Римский, нужно было выбрать самого плохого, потому что с самым плохим не хотят равняться те, у кого грязные ноги. Ну, допустим, я бы хотел свои ноги помыть у Папы Римского. Но я не готов прослыть самым плохим человеком в мире, самым последним негром, чтобы мне он помыл ноги. Это не тождественный обмен. То есть для того, чтобы мне Папа Римский помыл ноги, я должен признать себя самым плохим. Вот он мне помоет, и я буду говорить: смотрите, он меня отмыл до бела, я-то был вот таким олицетворением всего зла на земле, а он меня отмыл, и теперь-то я не олицетворение зла, а он ищет нового себе, кому бы ноженьки-то помыть. Вся эта ситуация, она приходит только к тому, что идет игра символами, так же, как в той самой поговорке про татарина. Как ни вертись, этот осел так устроен, что с любой его стороны, какой бы стороной его к себе не повернуть, мы морду не увидим у этого осла никогда. Со всех сторон будет только задница. Задница этого осла. Готовьте ноги, становитесь в очередь на омовение к Папе Римскому, меняйте свою жизнь на значительно худшую, совершайте всевозможные проступки. Так говорит вам церковь, я этого вам делать не советую. Нафиг не нужен этот банщик папа со своими голыми руками, даже без веника, без пара и даже без мыла.